Хорошо, давайте тогда будем учитывать, что у нас задержка, будем внимательно друг дружку слушать. Давайте уже рассказывайте, с чем мы будем сейчас трудиться. Так, я говорил это. Мы же говорили, вы меня слышите же? Да, я слышу, говорите, рассказывайте, с чем будем трудиться? Значит, ну вот с ребятами занимались, я к ним синхронно занимался, потом с Ютуба. И вот всплывает ситуация такая, значит, мне лет 5, мне дали деньги на сахар, а я купил книги, ручку, там, это самое, карандаш и спрятался за домом. И где-то до полуночи я там прятался. Ну, вот такое вот ощущение. И вторая ситуация, вот когда Сталин умер, там везде черные лаги, везде это бурая зима, вот. И вот такое. Ну, а сейчас... И сейчас, ну... Несколько этот... нерасторопность, что ли, вот такое, нерешительность есть. Так, то есть... Вспомнились вот эти ситуации из детства, а сейчас вы чувствуете состояние нерасторопности и нерешительности. Это как-то связано вот с теми, значит, ситуациями из детства, или это отдельно что-то? Я не знаю. А с чем, вот, с чем хочется поработать-то? Над чем? А что это, на нее нажать, это, тогда тут выключить написано? Нет, нет, ничего не нужно выключать. Вы сейчас в прямом эфире, все хорошо, ничего выключать пока не нужно. Вот, потом мне несколько, наверное, отразилось, что я 1,5 года прослужил. Угу. Ничего себе, такая длинная задержка. Угу. Повтор идет. Повтор идет, что ли? Повтор идет, это. А вы выйдете тогда из вебинарной комнаты? Я слышу вас прекрасно. Вот, выключите в вебинарной комнате звук. Микрофон в вебинарной комнате у себя. Потому что вы находитесь одновременно и в трансляции, и в вебинарной комнате, поэтому звук идет двойной. У меня выключить микрофон? Да, микрофон только в комнате вебинарной. Нет, вы выключили сейчас микрофон не в вебинарной комнате, а в видеовстрече. В видеовстрече включите ее обратно, микрофончик-то. А вот из вебинарной комнаты тогда просто выйдите. Просто звук идет в вебинарной комнате, и звук идет в видеотрансляции двойной. Поэтому вам надо выйти из вебинарной комнаты. Или там выключить звук. Так, где, что мне выключить сейчас? Сейчас. Вот у вас сейчас два окошка открыто. Одно окошко вебинарной комнаты, а второе – трансляция. Вот трансляцию вы оставьте, а из вебинарной комнаты выйдите или там в ней внутри выключите звук у себя, так, чтобы у вас не было двойного звучания. В комнате там, где вебинарная комната, где вы заходили в начале в самом, да, не в трансляцию, в самой комнате. Вот вы просто там ее закройте, на крестик нажмите и все. Вы вышли сейчас из трансляции.
Алло, меня слышите? Я не знаю, как сидеть. Вот сейчас вы сейчас выключили камеру у себя в трансляции. В Google видеовстрече вы находитесь. А там еще у вас другое есть окно. Первое, где вы заходили в трансляцию. Вот сейчас... Да, я не могу подойти. Ага, то есть оно у вас просто развернуто на весь экран. Вот смотрите сейчас, вот с правой стороны вверху есть значок, да, полосочка, квадратик и крестик красный. Вот на полосочку нажмите, у вас окошечко свернется, и оно будет внизу. И вместо него у вас... Так, все свернулось. Вот, и у вас останется окошечко, где вот вы были, да, сначала заходили в вебинарную комнату. Вы же еще в вебинарной комнате были, где вот вы писали, что слышите меня. Вот это вот окошечко вебинарной комнаты, его надо свернуть, вернее, закрыть. Или выключить звук, чтобы у нас не было дубляжа вот этого. Потому что я у вас звучу и в трансляции, и в вебинарной комнате. Можете просто закрыть вот этот вот клуб достигаторов, встреча, да? Вот у вас окно вебинарной комнаты, где вы мне отвечали, что слышите меня. Вот просто крестиком нажать и закрыть. Выйти оттуда. И вы у меня только в трансляции останетесь. Тогда не будет дублироваться звук. А когда мы с вами поработаем, вы снова сможете войти. Так, у нас не получается. Так, кто-то у нас может помочь? Видеовстреча. Так, видеовстреча. Ага, вы так. У меня где? Так, все, вот смотрите, я сейчас говорю, а вы меня слышите или идет повторение звука? Сейчас слышу нормально. Вот, отлично. То есть вы там закрыли вебинарную комнату, и мы теперь с вами только вот находимся в видеовстрече. Отлично. Прямой связи. Да. Понятно. Все. И когда мы с вами закончим, вы просто выйдете из этого окошка и снова зайдете в вебинарную комнату. Хорошо? Там-то разобраться можно. Вообще выключить компьютер можно. Так, хорошо. Потом я полтора года прослужил и заболел туберкулезом легких, полгода лечился. 21 год, это тоже отражается. А что будет дальше, как буду жить туда-сюда? Прошло 50 лет, рецидивов не было, все в порядке. Вот как-то этот что-то немножко тренингом занимаюсь, эти трансы делаю уже 2 года. Ну, без 2 месяцев, 2 года получается, как с сайтом Колесова. Спасибо за все. Вот. И теперь вот этот внутренний конфликт. И вот эти образы, ребята все там чирикают. Прям этот, как видят все это самое. Я с ними параллельно вот сажусь, ставлю записи их этих коуч-сессий. И этот, ну, стараюсь что-то увидеть. Бывает, что энергию чувствую, что прилив прям снизу вверх, сверху вниз, там в определенных областях. Ну, хочется пройти с вами этот, вот такой вот, чтобы именно вот образы. Я слышал, что все оценивают это как непонятки с образами. То есть не получается. То есть не получается видеть образы у вас пока, да? Да, да. Ага. Ну, может быть, тогда и посмотрим, что происходит. Попробуем вот здесь, в этом месте поработать, что мешает Конечно. Видеть образы. Угу. Ладушки. Ну,
Да, тогда устраивайтесь уютно, удобно. И задача да, максимально расслабиться. Глубокий вдох через нос. Медленный протяжный выдох через рот. Угу. И подышите в темпе, который чуть глубже, чуть медленнее, чем обычно. Почувствуйте, как волна расслабления прокатывает по всему телу от макушечки до кончиков пальчиков на ногах. А каждый выдох забирает и уносит из тела все, что мешает расслаблению, что бы это ни было. Разрешите себе выдыхать все помехи свободно, легко и естественно. Угу. И каждый следующий вдох... Я мысленно проговариваю, что помехи выдыхаю. Да, пускай так, хорошо. Угу. И каждый следующий вдох проникает в клеточки тела и усиливает состояние расслабленности. Каждый выдох помогает. Расслабился, угу. Хорошо. Вот, замечательно. И вот мурашки сейчас... по телу. Вот, хорошо. И сейчас на каждом выдохе, в каждом цикле выдох у нас есть, и мы на выдохе выдыхаем напряжение. Плечики уходят немножечко вниз. Ага, и напряжение окончательно стекает со всего тела от самой макушечки к кончикам пальчиков, а из кончиков пальчиков просто уходит в землю. Угу, вот сейчас понаблюдайте за телом. Все ли тело устроилось уютно, комфортно? Нет ли где-то перекосов, зажимов? Угу. Нет, в кресле хорошо. Угу. Ну, вот если уютно и комфортно, то давайте сейчас потрудимся. Вот вы говорите, что совсем не видите образов. Вот. А сейчас вот разрешите себе принимать любые сигналы своего подсознания через ощущения, состояние в теле. Вот вы говорите, там чувствуете приток энергии, например, или мурашки побежали, да? Это тоже видение. Вот это тоже нам такие сигналы дает подсознание. Мурашки вот, это от подошвы и до макушки, это по всему вот, телу. Вот, отлично. Это расслабление уже 30 лет, а вот это тренинг, так что тут расслабление супер. Полное, это я чувствую хорошо. Супер. Раз это есть полное расслабление, угу. Раз есть расслабление, значит, должны быть и образы, должны быть и какие-нибудь картинки, или через чувство придет сейчас. То есть, смотрите, я буду задавать вопрос или просить вас что-то ощутить или увидеть, а вы тогда отлавливаете через состояние тела. Раз вы занимаетесь аутотренингом, и у вас очень хорошо отработаны, да, вот эти сигналы тела, то разрешите себе сейчас эти сигналы чувствовать телом. Вот то, что будет происходить. Вот, а где в вашем теле находится то, что вам мешает видеть образы? Мешает видеть картинки. Пусть оно проявится здесь и сейчас. Разрешите своему телу это ощутить. Может быть, какой-то участок тела отреагирует. Вы почувствуете это как-то. Может быть, увидите какое-то пятнышко, например. Любой сигнал. Оба колена этот, сосредоточилось такое тяжеловатое что-то. Вот, что-то тяжелое в коленях. О, отлично. Молодчина вы. Вот сейчас смотрите, вот эта тяжесть из колен, попросите ее покинуть тело. Вот скажите, выходи, размещайся передо мной. Вот чем бы ты ни оказалась и сколько бы тебя ни было, выходи. Я тут главный, это мой мир. И понаблюдайте, вот оно из тела выходит, как это происходит, как выглядит. Как ощущается то, что выходит. И вот оно покинуло тело. Вот оно перед вами. Что это?
Что это за тяжесть? Какая она? Какого цвета? Что вы это чувствуете? Это серые столбики напротив колен. Угу, серые столбики. Отлично. Левая потемнее, правая так бледно-серая. Угу. Столбики такие, но они еще на коленке. Вот сейчас вроде как отсоединяются от колен. Вот. Прям скажите этим вот столбикам, а я за вас цепляться не буду вас удерживать. Выходите, размещайтесь целиком и полностью, я вас отпускаю. И вот эти вот столбики, один такой вот серенький, второй темно-серенький, да, вот разного оттеночка, они вообще из чего сделаны-то? Что это за материал-то такой? Ну, материал неплотный. Угу. Так. Светлый он как этот, туманный такой, угу. А этот воздушный, потемнее, но не твердого характера, а именно, вот, наверное, как темная туча, вот что-то вроде этого, сам состав. Вот. А сейчас вот прям на них... Прям такое... Ага. Вот, они этот, прям вот... Ну, от колен оторвались немножко, может, даже не совсем еще. Вот. И этот находится в уровне колена. Угу. Ну, вот отпускайте их совсем. Я не буду вас удерживать, не буду цепляться. Я себе разрешаю вас отпустить. И вот давайте-ка посмотрим, а что ж они там в коленках-то делали? Какую они задачу-то выполняли? Зачем они вам нужны-то были? Что ж они хорошего-то делали это для вас вообще? Столбики-то эти. Явно что-то хорошее делали, раз там находились. Что они вообще проявляют? Что от них исходит? В коленках небольшое игольчатое покалывание. Так. Вот. А столбики? Вот эти вот? Столбики бледнеют, но пока еще там напротив колен так и находятся. Ну, конечно, мы же их никуда не дели. Вот интересно, а что они к вам проявляют, эти столбики-то? Что от них исходит? Да, что там за состояние? Что от них исходит? Вот сейчас правая голень больше расслабилась, угу. И этот мыши более ощутимые такие, прям этот даже может игольчатое покалывание, прям вся голень до стопы, вот самое, от колена до стопы прямо правая этот голень. Отлично. А напротив левой он чуть-чуть побледнел, но пока еще такой хороший тучного цвета. Угу. Ко мне этот, угрозы так агрессии не чувствую. А что они проявляют? Вот. Скорее, они нейтральны ко мне. А нейтральное это как? Это состояние безразличия? Не проявляют. Да, безразличные, скорее всего. Безразличие, да? Они нет. Да. Ну вот тогда посмотрите. Вот левое это. Ага, тогда посмотрите прямо вот на эти два столбика, которые сейчас оттенок меняют, да, и направьте к ним вот этот вот поток слов, да, что «а я вас вижу, я вам очень благодарен вот за все, что вы для меня делали, но я не буду проявлять к вам безразличие, не буду делать вид, что вас нет в моей жизни, я к вам буду проявлять исключительно доброе». Чувства. Мне вот разрешите-ка себе ощутить, это вообще чье? Это откуда к вам пришло-то? Это ваше или это чье-то чужое? Вот скажите этим
столбиком. Вот если вы чужие, вы от меня подальше отодвигаетесь, а если вы мои, то придвиньтесь чуть поближе. Если вы чужие, подальше от меня отодвигаетесь. Да, 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 прям вот смотрите. Если мои, то продемонстрируйте, если вы чужие, отодвигайтесь подальше, угу, чтобы я видел, что вы не мои. Да, мое это или чужое? Мое это или чужое? Вот, но вот, если там есть мое и чужое, ну пусть оно разделится тогда. То, что мое останется рядом, а чужое отделится и отодвинется, например. Если там есть и мое, и чужое, пусть разделится. Чужое пусть отделится подальше, а мое останется там, где находится. Угу. Ну-ка, что там происходит? Ну, над левым коленом оно просто удлиняется пока. А правая голень, расслабление игольчатого усиливается. Этого столбика над правым коленом не видно, а от колена и до стопы вот это игольчатое покалывание, ну, это глубокого расслабления ощущение, угу, оно усиливается. А вот сейчас то, что от правого коленочки, да? То, что столбик, который отходит от правого колена, его даже сейчас не видно. Давайте-ка вот направим к нему поток. Раз ты чужой, раз ты отодвигаешься где-то там, тебя уже не видно даже, да? То я тебя выбираю вернуть да, тому, кому ты принадлежишь. Чужой таскать отказываюсь в себе, мне это не надо. Я чужое таскать отказываюсь, мне это не надо, возвращайся к тому, от кого ты пришел. Угу. И, может быть, там проявятся те, кому ты принадлежишь? Проявятся те, кому ты принадлежишь. Угу. Что чувствуете? Кому вообще эта энергия принадлежит? Это чье? Пусть проявятся те, кому это принадлежит. Ну, я бы скорее сказал, толпа там неразборчивая вообще, вот такая масса людей. Масса людей, вот, это социум, да? Вот, толпа, ну тогда вот скорее я... Скорее всего, социум. Ага, вот-вот-вот. Я вот этой толпе возвращаю целиком и полностью все, что им принадлежит. Вот я это таскать отказываюсь, забирайте каждый свое. Я этой толпе возвращаю все, что им принадлежит, забирайте все, мне это не нужно, я от этого отказываюсь. Угу. Отказываюсь таскать это по жизни. Сколько бы там ни было, каждый свое разбирает. Сколько бы ни было, каждый свое пусть разбирает. Угу. И что с этой толпой происходит? Вот прям ощутите, послушайте, забирают они эти частички, уходит это? Появится, как толпа реагирует на это. Реагирует толпа, да? Реагирует толпа, да. Она это впереди вроде реже становится. И ага, что-то, ну, вот, по-моему, берут и этот, по кусочкам растаскивают. Вот, и прям вот скажите им так. В правом колене игольчатое покалывание вошло в сам коленный сустав. То голень игольчатая кололась, а сейчас вошло прямо в коленный сустав, в сам сустав. Супер, то есть пошло расслабление глубже, отлично. И сейчас вот прям посмотрите-ка вот на эту толпу, скажите, так, вы, ребята, там не торопитесь уходить, я вам вернул ваше, но я еще забираю свое, я возвращаю себе свою ребята, силу. Ребята, не торопитесь уходить, я вам вернул ваше, но я еще потребую с вас свое. Угу. Возвращаю себе свою силу. Я возвращаю себе свою силу. Угу. Сколько бы там ни было, я себе возвращаю все полным объемом. Да, здесь и сейчас. Здесь и сейчас я возвращаю полным объемом. Сколько бы ее там ни было, я возвращаю всю свою силу. Угу. Все потерянное в этих ситуациях возвращаю. Все потерянное в этих ситуациях я возвращаю себе. Вот, и прям наблюдайте, смотрите, что возвращается, что за энергия такая к вам уходит.
возвращается обратно. Может, она в ноги идет или находит другое место для себя. Прям слушайте, чувствуйте. Ну, цвет энергии не очень яркий, но этот, правая этот, подошва чувствует. Вот. Принимайте, забирайте. Я принимаю эту энергию. И вот прямо скажите этой энергии: я от тебя больше никогда не откажусь. Я от тебя больше никогда не откажусь. Я даю тебе свободу проявления в моей жизни. Проявляйся отныне свободно. Проявляйся в моей жизни свободно. На радость мне, на благо мне. На радость мне, на благо мне. Вот все-все возвращаю себе. Все-все возвращаю. Ага, и вот сейчас понаблюдайте, вот эта толпа вам все вернула, все отдала. Они там все вот это вот свое забрали, остатки все ушли от дымчатого образа. Так, толпа, вы все мне вернули? Так, чужое не беру, свое не отдаю. Толпа, да. Вы мне все вернули? Все мое ко мне, все чужое от меня, да. Все мое ко мне, чужое от меня. Так перед правым голеностопом такое облачное ощущение энергетическое. А оно какого характера? Оно правый приятное, хорошее? И на левое тоже переходит. Как такое... Именно вот энергетическое такое вот не структурированное, а вот прощупывание вот такое вот. Вот, а вот это вот ваше? Галина, прям. А это мое? Вот это вот энергия, да. Вообще-то это мое? Мне чужого не надо, я только свое принимаю. Мне чужого не надо, я только свое принимаю. Угу. Вот как бы завоздушивает голеностопный сустав. Ощущение воздуха. Так, воздух вокруг. А воздух. Оно приятное? Ну, мне кажется, оно приятное. Оно сейчас и по голени распространяется. Вот, вот. Я свою силу принимаю, какой бы она ни была. Свою силу принимаю, какой бы она ни была. Да, разрешаю себе найти ей достойное применение. Разрешаю себе найти ей достойное применение. Вот, отлично. И вот сейчас давайте посмотрим, так. Если толпа все отдала, то можно ли ее отпустить? Толпа все отдала, можно ли ее отпустить? Ну, по-моему, она уже не фигурирует. Вот, отлично. Да, Но на левом колене сейчас теперь надо с этим, с левым коленом. Конечно. Вроде бледнеет. Так, бледнеет. Вот, ну-ка давайте теперь будем определять. Вот это все-таки мое или чужое? Моя это энергия или это чье-то чужое? Нужно ли мне это возвращать или это нужно принимать? Ну-ка, что там? Или чужое. Если чужое, пусть отодвинется еще дальше. Угу. Еще дальше. Я принимаю решение, я выбираю, чтобы если это чужое, пусть отодвинется дальше. Но оно прям за коленный сустав хватается, как бы держится. Держится, да? Ага. Ну вот спросите, это моя сила? Ты моя сила? Моя энергия? Это моя энергия. Это моя сила? Моя энергия. Какой там идет сигнал? Какой импульс?
Вот она, вот это вот, да, состояние, когда энергия цепляется за коленку, это как? Это чего? Это она вот, вот это жалости вот, к себе просит или что? Восприятие такое, как бы этот, когтями прям цепляется. Прям когтями держится. Цепляется, держится. Ну вот тогда скажите этой энергии, я не буду за тебя цепляться когтями, не буду за тебя хвататься. Я не буду за тебя цепляться, Катя. Я не буду за тебя хвататься. Угу, я тебя отпускаю. Я тебя отпускаю. Потому что мне чужого не надо. Если тут есть хоть что-то чужое, пускай отделяется и отодвигается дальше. Потому что мне чужого не надо. Если есть что-то чужое, пусть отделяется и возвращается к тому, от кого оно пришло. Да, а свое я приму. От своего я никогда не откажусь. От своего я никогда не откажусь. Свое я приму в полном объеме. Вот пускай там проявляется. Чье же это все-таки? Что это там за энергия такая? Как вы это чувствуете? Оторваться не хочет, прям этот голень, голень обмотала, как этот, вот. Как поролоновый, поролоновый такой этот утеплитель, трубчатый. Вот. А скажите вот голень этой обмотала. Энергии, вот, скажите эту энергию, я тебя не буду жалеть. Я тебя не буду жалеть. Разрешаю тебе обрести самостоятельность. Я разрешаю тебе обрести самостоятельность. Больше не буду за тебя цепляться. Больше не буду за тебя цепляться. Угу, чего происходит? Какая там реакция? Я тебя не прогоняю, я просто даю тебе свободу. Ты можешь делать то, что тебе нравится. Не прогоняю, я тебе даю просто свободу. Ты можешь делать то, что тебе нравится. Угу. По-моему, она на сжатие больше похоже ее действие. Вот, а кто это? Это чьи это когти? Это кто это сжимает-то ногу? Не когти, а именно вот эта поролоновая трубочка и как эта кожа сжимает. Сжатие такое, сам да? Ага. Голень, да, немножко. Вот. А зачем она это делает? А зачем ты это делаешь? Зачем сжимаешь? Не буду тебя сжимать. Не буду тебя стискивать. Я не буду тебя сжимать. Я не буду тебя стискивать. Угу. Зачем она делает это? Что там? Зачем это ты делаешь? Как-то это... От нее реакции такой, ощутимой реакции не вижу. Что-то. Вроде бы по этот, плотность уменьшилась. Так. Плотность ее уменьшилась. И настолько сильно я не ощущаю. Слабее уже сжатие. Так, отлично. Еще раз тогда говорим ей, я тебя не буду сжимать, не буду стискивать. Проявляю к тебе я исключительно тебя добрые чувства. Не буду стискивать, я буду проявлять тебе только добрые чувства. Угу. Ну, санус слабо не сжимает, я бы сказал. И около коленной чашечки вверху так это облачком легеньким собирается. Вот, то есть сжимать перестала, ага. Да, и вот сейчас перестала. Вот, облачко. А ты чье? Ты откуда взялась? Ты откуда взялась? Ты чье, облачко? Ага. Ты чье? Ты откуда взялась? Облачко. Угу. Ничего не пойму. Не говорит ничего, да? Ты знаешь вот облачко? Ага, вот знаешь облачко, если ты мое, то я от тебя никогда не откажусь. Но если ты чужое... то я тебя верну тому, кому ты принадлежишь.
Чужому нечего делать в моем вот мире. Ты знаешь, облачко, если ты мое, я от тебя никогда не откажусь. Но если ты чужое, мне надо тебя вернуть от того, от кого ты пришло. Угу. Ну, может, исчезло, что ли? Угу. То есть оно отошло. Ага. Ну вот сейчас тогда прямо направляйте вот туда намерение вот это, да? Я отдаю, я возвращаю все чужое. И кому бы ты ни принадлежала. Возвращаю все чужое. И кому бы ты ни принадлежала. Да, возвращайся к тому, кому ты принадлежишь. Возвращайся к тому, кому ты принадлежишь. Угу. Кто бы там ни был, принимай свое. Вот там свое. А мне верни мою силу. А мне верни мою силу. Угу. Что происходит? Что-то не пойму. Вообще я на колени не жалуюсь обычно. Там кальций я кушаю и так далее. Хожу я 3-4 километра в день. Но тут что-то этот голень и это. Вот чужую энергию мы отдаем. Это здорово. Вот сейчас прямо отдавайте и скажите, я заявляю права на свою силу. Где бы она ни была, я выбираю ее вернуть. Я заявляю права на свою силу, и где бы она ни была, я ее забираю себе. Угу. Чужое я возвращаю. Если это мое, то проявите себя как мое. Если чужое, то я отпускаю вас. Угу. Оно ушло уже, вот смотрите. Вот вопрос в том, что вам возвращается. А мне этот... Пусть ко мне моя сила возвращается. Как она идет? Правую икру покалывает. Так, отлично. Правую икру, да, покалывает. Вот, принимаю. Клятвы тоже подходят. Угу, принимаю. Я принимаю свою силу. Я принимаю свою силу. Да, я разрешаю этой энергии протекать свободно, легко, комфортно для меня и моего тела. Разрешаю этой энергии протекать свободно, легко. Угу. И протекать по моему телу. Угу. Комфортно для моего тела. Угу. Комфортно для моего тела. Ага, я разрешаю себе этот ресурс использовать. Я разрешаю себе этот ресурс использовать. Вот, отлично. О, оно подниматься начинает. Вот, как вы ощущаете сейчас? Поднимается медленно, но... Да. Медленно, но... Поднимается. Поднимается по ноге. Поднимается. Так, вот. Волной. Да. Ну, медленно так. Это как домкрат идти. Хорошо. Разрешите ей в своем темпе двигаться. Я так, разрешу. Как вот естественно. Я разрешаю этой силе подниматься в своем темпе. Естественном темпе. С естественной скоростью. Угу. Вот, отлично. О, вот она сейчас вливается, там так еще вот осталось внизу. Давай, я все. От подошвы до колен, уже до колен доходит. Да. Все собираю. Всю силу возвращаю. Перекатывается через колено. Угу. Всю свою силу.
Да как ты? Вот, вот, входит она. Ага. Я всю силу свою. Отлично. И вот я сейчас принимаю. Прям... Ага, посмотрите, вот сейчас ножки, да, вот и правая, и левая нога, какой-то объем энергии вернулся, какой-то ресурс вернулся в ноги. Угу. И поднимается уже выше коленной чашечки, постепенно поднимается. Вот. Вот разрешите этой энергии найти то место в теле, которое принадлежит ей по природе вещей. Я разрешаю этой энергии найти то место в теле, которое принадлежит тебе по природе вещей. Да. Найди свое место, займи свое место и отныне проявляйся во мне, во всем своем естестве. Найди свое место, займи свое место и отныне проявляйся во мне, во всем своем естестве. Отлично. И вот наблюдайте, куда она сейчас движется. Ага, она ускорилась даже. Она по это, почти к этим к тазу подходит, к тазу. Вот. Поднимается. Ага, пусть она займет сейчас я свое место. Да. Угу. Занимай, пожалуйста, свое место во мне. Удается вообще ощутить, что это за энергия такая? Для чего она нужна? То есть это энергия, она, да? По-моему, мощность такая. Ага. Она сила. Сильная мощность, по-моему. Вот. Вот, вот, вот. И сейчас такое, прям понаблюдайте. Такое, ну, такое... мощное именно полнотелое, что ли, вот такое. Во, супер. Вот сейчас прям понаблюдайте, как вот эта энергия может вам помочь видеть образы. Ведь у нас проявились вот эти вот объекты, вот эти столбы в ногах, да, как помехи, как то, что мешает образы видеть. А сейчас вот вернулся огромный потенциал, ресурс энергетический. Вот он сейчас растекается по телу. Разрешите ему сейчас, да, раскрывать у вас видение образов. Я разрешаю этой энергии раскрывать во мне видение образов. Угу. Пусть эта энергия... Пусть эта энергия... Угу. Растворяет на пути своего проявления все помехи, преграды, препятствия. Растворяет на пути своего проявления все помехи, преграды. Да, даже без моего сознательного вмешательства. Без моего сознательного вмешательства. И пока я ем, сплю, тружусь или занимаюсь другими делами. Я ем, сплю, тружусь, ем, сплю, тружусь и занимаюсь другими делами. Этот процесс растворения препятствий протекает самым комфортным для меня способом. Этот процесс растворения препятствий, угу. Растворение препятствий пусть протекает самым естественным образом. Самым комфортным для меня и моего тела. Самым комфортным для меня и моего тела. Отлично. И вот прям наблюдайте, что сейчас происходит. Вот она расходится по всему телу. И вот там... Солнечное сплетение. Вот. Угу. Тазовый лохань, там этот, брюшина, все прошло где-то в, солнце, в районе солнечного вот. Сплетения. Вот, вот. Двигайся, энергия, да. Протекай свободно, естественно. Двигайся, я даю тебе, да, свободу, да, проявление. Свободно, естественно. Угу. Я тебе даю свободу на проявление. Угу. На благо мне, да. На благо телу. На благо телу. Угу. Вот, отлично. Вон она как интересно идет. А как вы чувствуете область позвоночника сейчас? Расскажите-ка мне, пожалуйста. Сейчас грудина сзади вместе с позвоночным столбом. Да.
ощущение расслабленности. Вот. Ой, как мне нравится. До лопаток еще не дошло, но поднимается лопатка. Вот. Поднимается по груди, уже выше солнечного сплетения, под лопатки. Вот. И грудинку тоже захватывает уже. Вот, отлично. Вилочковой железы там может дойти. Ага. Уже район сосков, так скажем. И сейчас выше. Активируется вилочковая железа. Это энергия ее активирует. Да. Это энергия ее активирует, и причем ощутимо это. Становится твердо. Твердоэнергетически, что ли, вот такое. Вот, ну, чувствуется. Вот. В районе вилочковой железы, ниже еремной ямки. Вот. Обострение этого места. Ага, и вот сейчас она спокойно поднимается. Вот она щитовидную железу. Ага. Сейчас она по лопаткам, пока этот шейный позвонок. Ну, вот. Сейчас доходит уже до нижнего шейного позвонка. Ага. Вот. 7 шейных позвонков. 2, 4, 6, 7. Угу. Щитовидная железа. Основание черепа. Так. Поднимайся, моя энергия. Двигайся свободно, легко. Растворяй все помехи, преграды. Растворяя все помехи, преграды. Во, и она у нас, куда же она подбирается? До основания черепа, до основания языка. Поднимается. Ага. Да, уже надплечье захватило. Надплечье, плечевые суставы. Наполнение происходит. Ага. Наполняется, и это становится более плотной. Да, и вот она. Особенно в районе. Вот. По позвоночнику вверху, и на лопатках, и над плечах она становится плотнее. Во, и сила какая появляется. Вот прямо ощущаете всем телом. Сейчас каждая клеточка восстанавливает объем, привычный объем. Ведь эта энергия вам принадлежала. Ее давно не было. Сейчас она вернулась. И каждая клеточка сейчас вспоминает свою вот эту пропускную способность энергетическую, восстанавливает. Объем и вспоминает свою структуру. Угу, вспоминает вот эту пропускную способность свою для энергии. Вспоминает пропускную способность для энергии. О, наливается каждая клетка. Наливается. И пошли по плечам постепенно. Ага. Плечо начинает спускаться. Во, вилочка в железах хорошо как заработала. А дальше, вот пускай она подкрадывается мягко, спокойно, эта энергия, она добирается вообще-то до шишковидной железы. И она к ней вот так вот нежно, бережно прикасается. Чувствуете это вот? Смотрите, ощущаете? Шишковидная – это в районе межбровья? Вот. Да. Она прям вот бережно так к ней прикасается, и она светится. Начинает. Сзади за ушами, по коже и впереди. Вот. Я бы сказал, ушные раковины. Вот. Проходы среднего уха, улитка, перепонка вестибулярный. Отлично. И здесь здесь верхние веки, нижние веки, глазницы, глазное дно, каналы. Вот. Переносится, брови, межброви. Угу. Межброви, лоб. Так, лоб. Вот. Поднимается. Занимает свой объем, свое место, проникает в каждую клеточку. Ага. Вот.
кожа головы. Ага. Кожа головы, темечко. Вот, каждая клетка постепенно наполняется и вспоминает. Вспоминает эту энергию. Темечки прям эта концентрация получается. Да, 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 да. Вот. И сейчас вот она концентрируется в темечке, да, и вот прямо лучиком, вон она, чувствуете, она к шишковидной железе идет, прям вот в глубину. Шишковидная расположена. Она вот там глубоко, если уровень, да, между бровей, то туда, вглубь, в голову. Вглубь. Да, почти в серединке, вот там вот. Шишковидная железа. Ну, да уж, это, да, среднего уха не доходит, наверное, да? Вот среднего она... уха не попадает, шишковидная. Не попадает? Нет. Просто ее место я не ориентирую. А вот между бровями и туда в голову внутрь. Как будто бы в центре головы. Вот она есть там, вот просто скажите, между, что... Между долей, между левой и правой долей там где-то. Да, она прям там такая вот, середочки. Прям вот разрешите этой энергии. Да. Хорошо. Прям прикасается, она бережно, мягко. И вот сейчас все пространство головы, каждую клеточку она заполняет постепенно. Вообще, Вера, прям около темечка, там приличная площадь, это тяжелеет даже. Ага, ну вот разрешите этому потоку сейчас распространяться. Комфортно. Я разрешаю этому потоку распространяться комфортно. Растворять все помехи, все преграды. Все помехи, все преграды. Угу. Ищи. Вот. И по, так, по плечам я... локоть, локти, запястье, ладонь, пальцы, вот. Кончики пальцев. Вот, 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 вот. Вот. Пальцы. Хороша и медленно. Внизу так это. И между ладонями шар. Угу. Вот ресурс энергетически вернулся. Вот сейчас разрешите просто этому потоку. Мощь, да? Именно мощь даже. Вот. Сила и мощь, по-моему. Вот, вот сейчас. Сила и мощь, по-моему. Ага, и вот сейчас попросите вот эту вот энергию, эту мощь, после того, как она займет свое истинное место, помочь активировать процесс вот этот вот видения образов, проявления образов самым комфортным способом для вас и вашего тела. Энергия, сила, я прошу тебя. Помочь мне видеть. Да, активировать образ, вот это видение образное. Активировать видение образов. Угу. Да, чтобы я мог наилучшим образом прорабатывать внутренние конфликты. Чтоб я мог наилучшим образом прорабатывать внутренние конфликты. Угу. Вот смотрите, куда идет энергия. Как себя голова чувствует? Как там сейчас распределяются потоки? Ну-ка, что ощущаете? Прям вот все внимание, шар внимания. Этот от бровей, я бы сказал, вот эта кожа головы прям и до шейных позвонков. Угу. Она такая, этот... Жалеет даже, ну, ощущение тяжести такой, полненности, насыщенности и тяжести. Во, насыщенность, вот. А теперь попросите, да. Вот, попросите прям каждую клеточку тела вспомнить свой вот этот вот энергетический ресурс и принять этот вот ресурс в полной мере. Я прошу каждую клеточку моего тела вспомнить этот энергетический ресурс. Да, эту энергию, да, и принять его в полном объеме. Энергию и принять ее в полном объеме. Угу. И принять ее в полном объеме.
Местами даже пот прошибает. Вот, отлично. Вот что значит тренировка. Вот это тренинг, большущая сила. Вы просто вообще... 33. Вот. Вы молодец, стерео, отлично. Не один день. Не один день. Вот. Сейчас вот как раз через тело, через ощущения в теле запускать, потому что когда мы видим образы, у нас все включается, а тело у вас изумительно отлично работает. Это просто... Это здорово. Вы можете сейчас прорабатывать вот эти внутренние конфликты через ощущения в теле. Не обязательно даже видеть картинку, но сейчас этот ресурс попросили помочь, да, то есть эту энергию, вы дали ей задание растворять помехи, преграды и помочь проявить видение самым комфортным способом для вас и вашего тела. А это важно. Именно чтобы это прошло комфортно и для вас, и для тела. Для меня комфортно и для меня, и для тела. Угу. Все клеточки моего тела. Понять эту силу и энергию. Мне видение. И помочь этих внутренних конфликтов. Мощно. Да. Вот сейчас смотрите, вот руку там на... Подошва. От подошвы. Вот сейчас руку на грудь положите, почувствуйте прям контакт с телом. Если получится на голое тело, здорово, но если нет, ну да, вот, добирайтесь. Нет, прям... я на голое, на голое. О, отлично, и прям через ладошечку слушайте, вот слушайте себя, чувствуйте себя. Ага, и вот сейчас направляю намерение, я проявляю свое желание. Я направляю намерение, я проявляю свое желание. Обрести видение. Видение. Для того, чтобы комфортно и успешно устранять... Для того, чтобы комфортно и успешно устранять... Внутренние конфликты. И конфликты. Угу. И я сейчас запускаю этот процесс. Я сейчас запускаю этот процесс. И пусть он протекает. И пусть он протекает. Самым комфортным способом для меня и моего тела. Самым комфортным способом для меня и для моего тела. Столько, сколько понадобится по времени до его полного завершения. Столько, сколько понадобится по времени до его полного завершения. Даже без моего сознательного вмешательства. Даже без моего сознательного вмешательства. Отлично. И как вы себя теперь чувствуете? Как ощущение в теле? Ощущение в теле такое, как солдат перед боем, активный. Угу. Наполненность энергией. Ага. Наполненностью. А в груди ощущение... тоже плотности, угу. Но без температурных перепадов там. Отлично. Ну вот сейчас, тогда через центр ладошечки направьте благодарность. Благодарность себе вот за вот это вот свое потрясающее чутье, за чувствительность тела, которая так помогает. Прямо направляйте в каждую клеточку поток благодарности. Я направляю благодарность своему чуткому, да, телу. Своему телу, да, да. Телу. Да, благодарность себе, своему подсознанию. Благодарность себе, своему подсознанию. Вот тому потоку энергии, который вернулся. Тому потоку энергии, который вернулся. Угу. Вот благодарю тех, кого верю, да, то есть тех, кого верите, то проявление высших сил, с которыми чувствуете вот наибольшую связь, кто бы это ни был. Ангел-хранитель, угу. Всевышнего,
все да. силы. Да. Космос, Земля. Вот, вот. Всем, кого прям род. Хочется, направьте вот этот поток благодарности, почувствуйте. Мой род. Линии, по материнской линии, по мужской линии, там и там. Вот. Вот за эту мощь, за защиту, которая вам дана. Мощь, да. За эту защиту. И вот сейчас вот... Существенно. Прямо послушайте, вот как это состояние звучит, как его хочется озвучить еще раз, что это за состояние, состояние силы внутренней. Как это звучит? Это состояние силы, ну вот этот, голову сжимает как-то даже. Угу. Кожа сжимает голову. Вот, сейчас разрешите комфортно для тела. О, ага, разрешите этому потоку сейчас комфортно протекать, легко, свободно. Я разрешаю этому потоку комфортно протекать по всему телу. Да, протекать во мне, через меня. Во мне, через меня. Угу, самым наилучшим образом. Самым наилучшим образом. Угу. Есть вот какой-то образ этого состояния внутренней силы, наполненности? Могущество. Образ могущества как выглядит? То есть я сейчас могущественный человек. Ага. Да, ну в пределах моей досягаемости, моей необходимости, я просто сознаю себя как сильный для исполнения своих задач. Я не собираюсь штаммы. Конечно. Но для своих задач. Для свои задачи выполняю наилучшим образом. Отлично. То есть я всемогущий в сфере выполнения своих задач. Всемогущий в сфере выполнения своих задач. Угу. А есть какой-то образ? Может быть, какая-то картинка приходит вот этого состояния. Я всемогущий и вот решаю свои задачи наилучшим образом. Образ сильного. Еще раз, какой образ? Звук немножко пропал у меня. Сильного тела. Сильное тело, ага. Угу. Да, именно этот, ощущающаяся сила, сила в теле. Сила тела, ага, во, отлично. Да, для себя. Для своего тела, как сила. Ага, ага. А есть какой-то... звучание, аромат этого состояния, вкус, может быть. Когда вот энергия в теле, сила в теле, крепкий мышечный корпус, я всемогущ, я выполняю свои задачи. Ну, аромат, скорее такой нежный аромат хвои какой-нибудь, угу. поддерживающий. Хвои, скорее всего. Во, отлично. Ага. Нежный такой ароматик, ну, хвойный, бодрящий. Во, здорово. Вот вы сейчас вдыхаете и прям почувствуете вот это ваше состояние. Оно сейчас находится внутри тела, снаружи. Где по отношению к вам относится, находится вот это вот состояние, сильное тело, образ вот этот? Он внутри вас сейчас? Я думаю, полностью заполняет тело. Все тело заполняет. Ну вот тогда обратитесь сейчас к этому состоянию и скажите ему, я от тебя никогда не откажусь. Мы отныне вместе. Я от тебя никогда не откажусь. Сила, могущество, вот это состояние, ощущение тела, силы в теле, я от тебя никогда не откажусь. Мы отныне вместе. Угу. Мы отныне вместе. И вот сейчас прям послушайте. Телу нравится это состояние, ощущение вот этой силы? Если да, то насколько хочется закрепить его? Телу нравится вот это ощущение, состояние? Что тело говорит? Ну, тут этот, голова где-то под наушниками, вот эта вот средняя часть, что-то все-таки этот, кожа.
поддавливает, по-моему. Угу. Вот сейчас а разрешите. Сейчас... Ага. Сначала вот. Возражений не чувствую. Вот, и сейчас... Потому что это состояние приятное для всего тела, от подошвы до макушки. Угу. Вот, и сейчас, если тело согласно, то насколько хочется? До конца этой жизни, конечно. Тогда вот с этого момента, сегодняшнего дня, до конца моей жизни, с этого момента, сегодняшнего дня, до конца моей жизни в этом теле, угу. Я закрепляю свое состояние. Я закрепляю свое состояние. Я всемогущий мужчина. Всемогущий. Угу. Я всемогущий мужчина. Я живу, да, я живу в состоянии могущества, силы внутренней, силы тела. Я живу в состоянии могущества, силы внутренней, силы тела. Угу. И я решаю свои задачи наилучшим образом. Я решаю свои задачи наилучшим образом. И я выбираю закрепить это состояние, потому что для меня это важно. Я выбираю закрепить это состояние для меня. Я выбираю закрепить это состояние. Потому что для меня это важно. Потому что это важно. Это для меня важно. Вот. Я выбираю это состояние проявлять открыто и свободно. Выбираю это состояние проявлять открыто и свободно. И разрешаю себе его совершенствовать и углублять так, как для меня будет самым наилучшим образом. И разрешаю себе его совершенствовать и углублять, так как для меня будет это полезным. Угу, самым наилучшим образом, да. Самым наилучшим образом. Угу. И разрешаю себе радоваться и процессу трансформации, и результатам, которые получаю. Я разрешаю себе радоваться процессу трансформации и результату, который получился. Угу, который получается, да. Который и вот сейчас получается. Еще раз. И сейчас еще раз наполнитесь благодарностью, пусть она пройдет через центр ладошечки в каждую клеточку тела. И вот сделайте глубокий вдох. И каждая клеточка сейчас запоминает это состояние, закрепляет. Я всемогущий, я благодарный, мощный, сильный, решаю свои задачи наилучшим образом. И с этого мгновения, с сегодняшнего дня, все тело, каждая клеточка помогает это состояние встроить и реализовать наилучшим образом. А процесс раскрытия видения протекает столько, сколько понадобится по времени для этого процесса, самым комфортным способом для вас и вашего тела, даже без вашего сознательного вмешательства. И вот теперь, напитавшись этой энергией, этими потоками, можно потихонечку возвращаться здесь и сейчас, пошевелить руками, ногами, постепенно вернуться. Ага. Задача будет состояние наше закреплять, да? И если напряжение будет в области головы возникать или в других частях тела, то сразу направляем фокус внимания, да? И я разрешаю энергии протекать свободно, легко, да? Я разрешаю энергии протекать свободно и легко, комфортно для моего тела. Вот, и что бы ни случилось, да, все происходит наилучшим образом. Пусть энергия вот эта течет, движется, находит свое место, растворяет помехи, преграды, мы все это запустили. Эти процессы сейчас идут, а ваше тело, оно потрясающее, оно мудрое. Оно чутко реагирует на все. Поэтому вот разрешить этому процессу протекать комфортно для тела,
Да, мы так его и запустили. И сейчас постепенно, закрепляя это состояние, да, пьем побольше водички, свежий воздух, хороший сон и закрепление через трансовое состояние вот этого своего всемогущества. И я в своей сфере жизненной решаю свои задачи наилучшим образом. Хорошо? Хорошо, очень хорошо. Ну вот, это здорово, отличное натренированное тело. Я думаю, не стоит переживать по поводу того, что пока нет образов, потому что вы очень хорошо работаете через ощущения, это очень важно. Это очень важно. Постепенно включится все остальное. Угу. Главное, что мы сформировали. Доброго здоровья. Угу. Да. Настолько тело я свое и самое. Так и покалывание, все эти ощущения. О, отлично. У меня формула приятное, целебное тепло, покалывание, пульсация, наполненность. Угу. А этот, когда я этот морозную свежесть у Павла Борисовича там в этом самогипнозе 3, по-моему, да. Состояние морозной свежести, и туда тоже этот, приятное. Состояние морозной свежести. Угу. Накает-то. Оно вот. Бодрит потом, освежает. Вот, здорово. Вот, раз, да, через трансы получается. Закрепляйте прям здорово это состояние через трансы и вот разрешайте ему проявляться. Сейчас мы все эти процессы с вами запустили. Отлично. Ну что, я очень рада, мы замечательно поработали. Вопреки тому, что у нас тут были сбои в системе. Ладушки. Да, это свет обычно часов в 11. Иногда и то, иногда в городе же. Это город Алматы. И вот первый раз в 9 часов они взяли и выключили. Ну, мы же все равно потрудились. Отлично. Ну, ничего. Большое спасибо. Да. Я очень доволен. Здорово. Я очень рада, что мы поработали. Спасибо вам. Вы этот, прям подошли этот... локально, именно индивидуально подошли, и мы этот, действительно вот эти ощущения в теле я почувствовал, и вот этот вот поток силы, мощи, и вот такой вот, вот. И раньше рыцари носили эти кольчуги от стопы, и вот в такой форме где-то, ну, такой вот защиты. Вот, силы и уплотнение мощи. Ага. Да, вот. Силы и мощи, уплотнение поверхности, то есть не дряблости поверхностной, а именно вот такой вот физической упругости. Твердости, отлично. Согласен. Большое вам спасибо, доброго здоровья. На благо.